ЧП в Жамбылской области. Вчера на перегоне Луговая-Курагаты перевернулся товарный поезд. В результате аварии было приостановлено движение 5 пассажирских поездов. Случившееся коснулось и Карагандинскую область. Подробнее Нурила Туржан. В Карагандинском вокзале сотни пассажиров ожидают свой поезд. Ожидание затянулось. Некоторые не могли уехать более 7 часов. Всему виной послужил товарный поезд, сошедший с рельсов в Жамбылской области. Поезда по 5 направлениям были задержаны. Талгат Умаров еще в 5 часов утра должен был отправиться в Кукчетау. На часах уже 11, а мужчина все еще в зале ожидания вокзала. С 5 утра здесь сидеть. Ну, объясняю, что на 7 часов опаздывает и все. А? По техническим причинам, да. Ну почему именно? Ну кто объяснять будет? Сказали по техническим причинам и все. Как сообщают в Казахстан Теміржолы, причина аварии сейчас устанавливается. На месте схода вагонов ведут работу 2 восстановительных поезда, прибывших со станции Шу и Жамбыл. Кроме того, в ликвидации ЧП задействована тракторная техника и краны. Там главная задача была открыть движение хотя бы по одному из двух путей. И она вчера к 22 часам была достигнута. Движение было открыто. Члены комиссии, расследующие случившееся, предполагают, что причинами ЧП стали дефекты колесной пары вагона. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 295, части 4. Нарушение правил безопасности движения, эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта.